В городе Сочи проходил международный турнир по футболу «Кубок Южной столицы». В турнире среди юниоров 2003 года рождения принимала участие команда детско-юношеской спортивной школы города Гагра. Вместе с воспитанниками тренера Алексея Бондаренко в турнире участвовали команды из городов Москва, Липецк, Санкт-Петербург, Сочи. Одержав 5 побед, наши юные футболисты вышли в финал, где встретились со сверстниками из команды «Металлург» Липецк. Наши ребята оказались на голову выше соперника и одержали убедительную победу со счетом 6-0. По итогам турнира лучшим игроком команды был назван Георгий Авджан. Приз лучшему нападающему был вручен Руслану Барцыц, а лучшим игроком турнира стала Никита Ашуба. Этот был турнир для нас не так уж сложен, как были и другие. Мы набрались опыта, мы были готовы физически и психологически. Самая сложная игра была с «Искрой» Санкт-Петербург. Было мокрое поле, было очень трудно убежать от игроков. Мне понравилась команда «Волгодонск» и «Металлург» и «Искра» Санкт-Петербург. Очень было интересно играть и не так уж легко. Ну, было очень сложно играть, они выпустили очень высоких игроков, здоровее нас и физически были крепче нас. Ну, мы выиграли. Алексей Бондаренко и его команда выражают благодарность главе администрации Гагарского района Беслану Барцыц, председателю комитета по делам молодежи и спорта администрации Гагарского района Джамалу Ангваб и заведующему отделом образования Гагарского района Беслану Дбар за оказанную финансовую помощь и поддержку. Сейчас юные гагарские футболисты готовятся к турниру, который пройдет в городе Дагомыс.